Очередное собрание членов садоводческого товарищества «Промстроитель» прошло в ДК «Строитель». Провел его член правления Степан Ивашкевич вместе с избранным президиумом, состоящим из трех человек. На повестке дня было обозначено несколько важных вопросов, разобраться в которых предстояло всем коллективам. Ведь насущные проблемы коснулись каждого. Так, в маленьком садоводческом товариществе, которое, к слову, насчитывает порядка 310 членов, прошлый год выдался непростым. Жалобы нескольких садоводов привели к многочисленным судебным разбирательствам и огромным штрафам. Куда эти вступительные взносы идут? Каждый год, за 2019 год, отчет почитайте, где эти вступительные взносы? Нам полностью никто не отчитывается. Сплотившись, члены товарищества и члены правления смогли решить основные поставленные задачи. Путем открытого диалога и голосования была утверждена новая редакция устава с включенными в нее дополнениями, а также новое положение о внутреннем распорядке в товариществе. Кроме того, всеми присутствующими были заслушаны отчеты председателя и бухгалтера товарищества о проделанной работе. Принята смета на 2021 год и избран новый председатель, который призвал всех членов промстроителя жить дружно и решать все проблемы сообща. Своим настроением после собрания поделились члены товарищества. У нас на дачах типа оппозиция наша завелась, буквально там 20 человек. Вот они уставом трясут, жизни никому не дают уже целый год, обошли все инстанции своими заявлениями. Просто люди устали, председатель отказался работать. Было... Бухгалтерия наша проверена АБЭПом и Солигорскими, Минском. Никаких и налоговая, и никаких нарушений не нашли. Весь февраль мы ходили на суд без конца и края, как свидетели, чтобы поддержать председателя и бухгалтера. Будем очень надеяться на то, что правление и председатель найдут общий язык и, конечно, выбраться с этого положения.